1 сентября – одна из самых волнительных дат в году для большинства людей. Именно в этот день стартует учебный год, подготовка к которому не менее важна, чем сам процесс обучения. В ней участвуют все – администрация района, руководители образовательных учреждений, педагоги и дети. Но когда возникают сложности, на выручку приходят и компании со стороны, ответственные инвесторы. Видновская школа номер 7, самая большая в районе, приняла первых учащихся 23 года назад. За это время в образовательном учреждении делали только косметический ремонт. Понятно, что пришло время отремонтировать школу капитально. В этом году и приступили к работам. Обновили фасад, заменили кровлю, полностью поменяли сантехнику и электропроводку. Сейчас рабочие завершают отделку коридоров и классов. Этого капитального ремонта ждали очень давно. Школа преображается, она становится более светлой, более новой, комфортабельной. Средства на столь необходимый ремонт школы выделили сразу из нескольких источников. Субвенции из бюджета Москвы, деньги из районной казны, помощь оказали и застройщики-инвесторы, что оказалось очень своевременным и необходимым. То, что есть отзыв со стороны строителей, еще раз подчеркиваю, в том числе и подключали бригады, и помогали материалами. Сейчас готовы открыть класс домохозяйства вот, касательно 7-й школы. Это, конечно же, только приветствуется положительно. Более того, мы должны всегда этих строителей, этих меценатов, по-другому нельзя сказать, везде восхвалять и гордиться такими людьми. Одним из инвесторов, принявших участие в подготовке школы к началу учебного года, стала компания «Доверна». Мы, что называется, методом народной помощи, чем можем, тем и помогаем. В частности, мы несколько раз присылали бригаду отделочников, которые достаточно квалифицированно здесь на финишных стадиях работы оказывали помощь. Мы полностью на себя взяли финансирование переустройства входной группы в 7-ю школу. И надеемся, что, вот, по крайней мере, все, что от нас зависело, да, вот эту экстренную просьбу о помощи мы полностью выполнили. Через несколько дней прозвенит первый звонок 2014-2015 учебного года, и обновленная школа распахнет свои двери для учеников. А пока родители и сами ребята, взяв в руки тряпки, наводят чистоту в классах. Алина, принимайся! Хорошо. Потом, когда придешь до 1 сентября, уже будет приятнее. Наш класс, посмотрите, какой красивый. В этом году подготовились, и мы вот стараемся тоже внести вклад. Мы хотим, чтобы дети пришли 1 сентября в благоустроенный класс, чистый. Всем было, все-таки это праздник 1 сентября. Я хочу поблагодарить всех-всех-всех, кто принимал участие в ремонте школы, кто помогает в подготовке школы к новому учебному году. Спасибо большое! В этом году 1 сентября для всех участников образовательного процесса Видновской школы номер 7 будет особенным, волнительным и трогательным. А каждый день учебного года, проведенный в родной школе, запомнится ученикам надолго. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.